Всех приветствую, это Андрей Доцент, и это Зов Ктулху, и это новая волына, какую мы нашли. Посмотрим, что она из себя представляет. А представляет она из себя вот что. Это некое энергетическое ружье, сразу видно неземных технологий, которое имеет возможность стрелять как... Ого! Стрелять как... простыми выстрелами, так и удерживать заряд с целью, чтобы жахнуть от души. Ну-ка. Во! Видали? Просто экстерминатус какой-то. Так. Двигаемся. Нам надо двигаться вот сюда. Цветок какой-то опять. Фу. Так, у нас энергетическое ружье. Так, стоп, там это же, точно. Видали, как разряд расходился по воде? Пошел ты. Нахер, так. Посмотрим, что у нас еще она может. Так, ой, хорошо. Слышал, да ты больше боюсь ничего. Ой, ничего не услышишь. Да, единственный, конечно, один недостаток у него конкретный, это отсутствие прицела. Да мы и так, в принципе, с прицелом не очень-то и метко стреляли, так что, думаю, не беда. Так, давайте-ка посмотрим, что сверху. И нам надо найти тот водопад, где... Где было... Тут ничего интересного. По-видимому, обстановка здесь временная. Временная обстановка, ага, понятно. Где был этот... как его, бассейн, водопад со звездами. Я думаю, нам туда. Будем... в воду стрелять. Только надо вспомнить, где это. Вот опять этот накатывает, накатывает! Давай. Фух, так, еще. Господи, как же меня штырит-то? Я не могу прицелиться. Так, все. Нормально. Видите, кто-то. А ты кто там такой будешь? Придурок. Так, все, мы всех порешали. Как вы видели, опять был призыв. Был призыв. Этакий. Что-то очень мощное орало. Кто-то отдает приказы. И от этих приказов мне не по себе. Так, что у нас есть? Наконец-то, все нашли. Так, мы целенькие. Пока целенькие. Так, главное, тут нам долбануться бы вниз. Так, какая цель у нас? Так, мы сейчас спустимся вниз и долбанем по воде. И, как вы видите, пушка же электрическая, значит, она легко пройдет по воде, где звезды. Так. Во, видите, как током бьет. Так, хорошо. Все звезды, походу, загнулись. Ну или не все. Так. Что мы имеем? Имеем... Так, только один проход. Что такое? Так, все, я понял. Назад мы не вернем... О! Воздушный туннель. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше шума создаете, и тем больше вероятность, что вас заметят. А? Понятно все. Так, глаз. Глаз это хорошо, надо сохраниться. Потому что мы чем даже находим? Господи, какая морда, а? Кошмар. Куда ж придумали же? Ну как придумали? Придумал этот. Как его? Говард Филлипс Лавкрафт. Как-то так его. Чё за следы?
Видите эти следы? Как какие-то, я не знаю, присоски как будто. Странно. Так, что у нас тут? Тут тоже ни черта никуда нельзя пойти. Так, нам надо, очевидно, на тот мост попасть. А чтобы попасть на тот мост, нам надо как-то спуститься. Давайте, блин. Давайте-ка попробуем спуститься. Ой, бляха-муха. Ну как же так-то, а? Как же так я? А, супер. Это чё за нахер? Сейчас обломается мост, да? Угадал? Вот это не есть хорошо. Не есть хорошо. Да что творится? Ой. Ой, обрыв. Ёлки-палки, это чё за хрень летает? Блин, опять... Приди ты в себя! Ого! Я всё понял. Давай так тебе! И еще раз. Так, господи, это что за твари такие? Какие-то... Я не знаю, какие-то они... Несуразные. Господи. Господи, они... Говорили, что эти твари... имеют способность использовать силу ветра. Ой, бляха! Ни хрена! Какой ужас! Господи, мы тут выживем? Так, есть, походу, одна, да, загнулась тварь. Замочили фрикадельку. Так. Ой, блядь! Откуда ты тут появился? Так тебя. Понравится тебе. Какой ужас, кого мы только не встречаем, ребят. Что это? Реально, место пропитано мистикой, ужасом, страхом и чем-то необъяснимым. Опять испарились. Наверняка сейчас отсюда появится, да? Отлично. Все. Так, отделались одной царапиной. Одной царапиной отделались. Ладно. Нет, одно интересно. Почему в инвентаре он так все медленно у меня передвигает? Это мне, конечно, интересно. Не знаю, игра что ли начала опять подлагивать. Так, ага. Лезем по траве наверх. Фу, по траве, поляну каким-то. Так. Что у нас есть? О, вот это, кстати. Господи, зачем нам эти патроны? У нас уже такой ствол есть. Я думаю, у нас нужда в использовании какого-либо другого оружия резко отпадает. Ввиду того, что у нас есть более... мощная вещь. Более... Так, что у нас там? Аптеку нет смысла подбирать. Да, что-то совсем ты медленно стал двигаться.
интерфейсе. Или я уже не играл в нее давно. У меня глюки. По-моему, раньше это все было как-то резче. Так. Тут, естественно, поднимаемся наверх. Гадалки не ходи. Но вопрос, что будет дальше? Что еще нас ждет в этом... без привлечения, скажем, ужасном месте? Вон, тут даже фото уже дает себе знать. Так, что тут? Тут ничего. Какой-то туннель. Вижу огонь. Вижу огонь. Вижу огонь. И все, больше я ничего. Господи, что за звук? Что это за звук такой, а? Мне аж что-то не по себе стало. Так, горит костер. Здесь надпись на каком-то древнем языке. Давай посмотрим, что это за надпись на древнем языке. Это таблички Дагона. Наверное, оригинальный текст, который перевел обед. Книга Дагона. Я могу прочитать последнюю часть. Нужно все записать. Все записать? Это таблички Дагона. Наверное, оригинальный текст, который перевел обед. Это святилище. Святилище, ребят. Мы пришли в святилище. Так, ну прежде чем смотреть святилище, давайте-ка сначала осмотрим, что у нас тут вокруг. Может, что-нибудь полезное найдем. Аптека. Да, судя по этому звуку, он нам явно намекнул, что у нас более чем достаточно этих аптек. Хотя бы, конечно, я бы на его месте набрал их. Не знаю, до задницы, чтобы их было. Потому что мало ли что. Господи, это святилище. Это святилище. Так. Проход. Фух, так, ну что, поднимаемся. Поднимаемся наверх. Это что за херь? Твою мать! Все это никогда не кончится. Никогда не кончится. Ой, бляха-муха. Круто! Надежды больше не осталось. Лечись! Лечись, пока тебя не убили. Лечись! Меня кто-то преследует. Конечно, после такого увиденного. О, блядь! Я не хочу умирать. Что такое? Я не могу нормально думать. Так, отстреливаем. Отстреливаем. Ох, пушка хорошая. Господи, ребята, это что за монстр там наверху? Это еще что? Главбосс? Который приказы всем отдает. Твою мать. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Что ж так сердце бьешь? Так, и чё? Что там у нас? Так, надо вспомнить, чё же я... тут как-то... О, так, надо напрячь память, чё же было? О! Пустили... Я понял намек. Так, между ног, мимо, мимо. Так, да ёлки-палки. Так,
Мы пустили воду. Так, мы пустили воду. Ну все, хана тебе. А, не, надо еще пустить. Че же мы? А, стоп. Это чё сейчас было? Я сейчас от нее смотрел на себя, да? Нет. Так, стоямба. Ну почему ж тебя так штырит-то, а? В себя приди. В себя приди. В землю смотри. Смотри в землю. Ой, как все плывет. Ой, как все плывет. Так, вот надо гонком, по-моему, бахнуть. Так, отлично. Чтобы расшевелить наши паранормальные способности, да. И теперь надо сесть, да, вот сюда, вот, по-моему, да, так вот. Да. Мы играем за... О, мы в шляпе. Мы играем за монстра. У нас появилась возможность. Так, ага. А, есть. Отлично. Отвалите вы от меня. Так, всех порешали. Всех порешали, всех убили. Так, ну я так понял, еще три осталось, и все. Три рычага активируем. Активируем три рычага. Бах! Хорошо-то как, а? Контузия нахер, сходу. Так, ага. Вот она руки метнула. Опаньки. Меня поранили. Давай, 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 давай. Себя что-то шепчет, шепчет, что-то. Так. Вот мы из-за тебя и играли. Вася. Все? Так, все, всех порешали. Ну, надо опять спуститься в гонку, господи, еще два раза. Еще два раза, и уровень воды к ней до пяток доберется. А там мы пустим в дело нашу супер-пушку. И взорвем все к чертям. Наверное, в этот гонг бьют, чтобы звать всех на слуг. Ага. Давай вдарим этот гонг. Накапливаем мощь. Отлично, господи. Когда пушка заряжается, аж такое, ну, чувствуется, аж что заряжается. Так сделано, интересно. Так, мы этих убили. Господи, ну и здоровая ты тварь. Не пойму, а что я не так сделал? Я же все сделал как следует. Нет? Или надо было гонгу вплотную встать? Блин. Ладно. Ох, сейчас будет круто. Все, мне хорошо. Послала своих. Давай теперь садись и
Начинай медитировать. Запрыгивай. Сука, чуть-чуть не успел. Чуть-чуть не успел, но... Так, ну... Кого еще мне пришлешь? Господи, вот если бы она бы из своего силового поля выбралась бы этого. А, так это она и читает заклинание, видимо, да, сидит? Тогда бы она меня просто голыми руками бы расплющила бы. Отлично. Ну давайте-ка. Еще раз. Ага, приходит. Наконец-то. Беги, 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 беги. Нажимайся ты. Ага, послала своих опять. Так. Ну чё, коза, нравится тебе? Когда столько воды возле ноги. Ну всё. Готовься. Сейчас будет круто. Ох, тебя как штырит-то, а? Нихрена. Все, убили нахер. Так, это что у нас? Ну что подобрали? Золотой диск украшения, украшение конструй, инструк, господи, инкрустированный. Ой, ужас какой, а! Даже не буду пытаться это выговорить. Так, сохранились, отлично. Отлично. Блин. Вообще, конечно, просто это... Целая армия атакует. Город пыталась взять штурмом. Просто пришел какой-то детектив. И влепил всем по самое не могу. Так. Что тут? Мне нужно расшифровать текст. Расшифру. Здесь написано, что эти двери можно открыть только при помощи древней мантры, которую должен произнести тот, кто владеет священным талисманом. О, а мы же как раз взяли. Ну-ка, стоямба. В Уэн... Гнам... Хангнун... В Глиск... Фунгн... Килта... Мне интересно, переводчики, когда придумывали это, как они, от балды или, не знаю, с бутылкой? Текст был написан чисто случайно. Так. О, так это же мы это. Где мы пытались это самое выбраться? Ай. Блять, что летит? Летит, сука, это торпеда, нафиг. Силовое поле-то у нас. Надо мне было сюда приезжать. Силовое это поле, все исчезло, сейчас все взорвут нахер. Господи, почему меня так колбасит конкретно, а? Это шутка. Я не такой. Хочу умирать. Верю, охотно верю. Охотно верю, что ты не хочешь умирать. Так, давайте-ка сюда. Ой, тут было это очевидно, судя по трещине. Так, бежим. Что я куда бежать? Налево, направо, прямо, куда? Прямо. Блин, почему у меня так это? У меня опять галюны начались или?
или очередной раз это самое. Ай. Так, ну тут выхода особого, выбора у нас особого и нету. Блин, быстрее беги, придурок. Быстрее беги, беги, блядь. Ну сейчас же все взорвется нахер. Ой, фу, взорвется, затопит весь город. Ой, как шатает ты меня. Ага, портал. Портал. Ох, бляха-муха. Читай быстрее. Фугнун кил двел кил ктулху. Все, хватит. Все? Прочитал? Все, съебываем. Съебываем. Хуя. Все. Что с ним, черт побери? Че, он сдох, что ли? Джек, ты меня слышишь? А, так вот этот, да. Я же говорил, что это похоже было. Это этот, в Ордене портал был там в комнате у них. Тень из-за грани времен. Ужас, ужас. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так. И что это? Это мы... О, какой город. Это что-то... Что-то... Это не земля. Ой. Блин, тут у нас такие же клешни. Хм. Джек. Итианцы. Зачем вы меня призвали? Я должен тебе кое-что показать. Торопись, у нас мало времени. Странно, три глаза, да, вроде? Куда мы идем? В великую библиотеку. Давай, так. Какая-то великая раса. Грядут ужасные события, и наши оболочки не смогут их пережить. Самые прозорливые умы уже проецируют себя в более поздние дни. Они имеют способность что, сознание против? Переселять? У нас не было конфликтов ни с Миго на севере, ни с... Племенем Ктулху на... А видел ли ты в своих странствиях большие запечатанные люди в центре старого города? О, тебе... Ты чё, да, ты хищник, я не понимал, предназначен... Между нами и полипообразными существами, которые главенствовали здесь до нашего появления, была жестокая война. Хм. И... Так... Книга. В этой книге рассказывается о том кровавом времени. Так, Джек, чё, из этой расы, что ли? Постойте. Он знает столько? Так. Зачем вы сейчас мне это показываете? Они все еще там, внизу, Джек. Они рыщут во тьме. Они замышляют. Замышляют выбраться из своей темницы и совершить страшную месть. Полипообразно. Так это, по-моему, я их и... Конец неизбежен. Завалил двоих. Очень близок. Сколько у нас осталось времени? Что это было? Тебе угрожает опасность. Иди за мной. Ё-моё, все рушится, а ты еле ходишь. Ну, если учесть, что они больше в разы человека, то это вполне нормально. Опа-на. Наш главный герой. Блять! Так, это психлечебница. Как все начиналось, да? А-а-а.
Так вот из-за чего все это самое. Понятно. Так, да, все. Понятно. В общем, решил покончить с собой. Дабы не видеть все эти ужасы. Не жить с этим, потому что, зная то, что он знает сейчас, да, лучше в небытие кануть с этими знаниями. Что живет в темных, что-то, закоулках земли. Ну, в общем, все понятно. Мистер Уолтерс, вы меня слышите? Мистер Уолтерс. А что за... Мы вроде как сдохли. Разве нет? А, сердце перестает. У него судороги, мы теряем его. Угу. Все. Вот он и загнулся. Теперь незадолго до смерти я понял все. Мое последнее дело вызвало у меня новый страх, настоящий страх самого себя, того, кем я являюсь, и того, кем я был всю свою жизнь. Все, чем я был, теперь потеряно. Надежда, стремление, удовольствие — все это потеряло смысл. Теперь я хожу в тени между мирами, и именно здесь я наконец увидел краем глаза, что живет в самых темных закоулках мира. Да, ребят, вот так вот все закончилось. Ага, ранг у нас, конечно, не очень, но мы не за этим сюда. Ого, 97% завершил. Нормально. Точность стрельбы 50 на 50. Наркозависимости нету. А, кстати, я забыл, что у нас морфий, но мы его так и ни разу не использовали, кстати. Психическое состояние. Психопат, а иначе быть не может. Кровопотеря средняя. 8 часов я на эту игру убил и не жалею на это вообще никак. Ой, вот у меня тут есть такой вот вопрос, ребят. Вот в конце, когда повесился ли наш главный герой? Или это была лишь всего лишь пустая его оболочка? Потому что, я так понял, наш главный герой вовсе и не человек, а представитель той великой расы итианцев, судя по тому, сколько он знает. И поэтому, может, он где-то в другом мире, а тут всего лишь его оболочка. Или кто-то не он, скажем так, но с его психическими нарушениями, всеми вот этими глюками и так далее. В одном, независимо от того, он это или нет, факт остается фактом. Жить с такими знаниями, жить с тем, что ты видел, ложиться спать, как тут было сказано, страшась ночных кошмаров, это... Ой. Не знаю, ребят, но это... Кошмар, действительно. Тут не знаю, какое просто слово подобрать, ну, потому что сколько всего увидели... Жуть атмосферно нагоняет эта игра, это уж точно. Я вам говорю, так что играйте. Я уверен, она вам понравится, особенно если вы любите игры с таким сюжетом. С вами был Андрей Доцент. Спасибо за внимание, это был Зов Ктулху. До скорых встреч.